Всем привет! Вы смотрите Черное море каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Яндекс.Дзене, ссылочки в описании. И сегодня у нас 18 апреля. На море волнение. Дует ветер. Время 18:16. Сегодня целый день было тепло, температура воздуха была 26 градусов. Сейчас значительно прохладнее, температура опустилась до 15. Море волнуется, дует сильный ветер. Люди по-прежнему гуляют. Чувствуется, что сейчас в ближайшее время пойдет дождь. Туча с Абхазии вот уже закрыла, горы еле видно. И со стороны поляны тоже все затянуло. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и смотрите Черное море каждый день. Всем пока!